Ну, то есть вы будете проводить мастер-класс, ну, мастер-класс, да, прям там? Наверное, проводить не буду. Просто, ну, там детишки, если готовы, прям походим просто. Да. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы Александр Легков, знает не понаслышке, что любовь к спорту нужно прививать с малолетства. В детский сад «Аленушка» в Пересвете он привез 30 пар лыж и другой спортивный инвентарь для проведения соревнований. Оборудование закуплено на средства благотворительного фонда «Протек». Мы начнем с этого садика, но у нас еще есть много комплектов, где мы будем потихонечку насыщать детские сады лыжами. Такой момент, что зимой нужно кататься на лыжах, и я думаю, что приобщать детей к спорту, к тем же самым лыжным гонкам, катанию на лыжах нужно с детства, чтобы потом у них появлялось желание и рождались новые чемпионы. Ну и самое главное – это здоровье. Фонд Александра Легкова «Вместе легко» при содействии других благотворительных организаций выстраивает непрерывное вовлечение детей в лыжный спорт. Задача – сделать его массовым, наполнить секции ребятами, которые катаются на лыжах с детского сада, и вырастить новое поколение российских чемпионов. Но это в будущем, а пока малыши делают свои первые лыжные шаги. Депутатская помощь детскому саду «Аленушка» лыжами не ограничивается. В этом году в рамках инициативного бюджетирования учреждение получило новую спортивную площадку, ремонт и оснащение спортивного зала, а также новогоднюю иллюминацию. Так получилось, что этому детскому саду повезло немножко, может, чуть больше, чем другим. Но в любом случае, с каждым будем отрабатывать и будем стараться, чтобы у всех были комплекты лыж в идеале. И также и новые спортзалы, и украсить тот же самый детский сад к Новому году. Поэтому, наверное, в этом формате и двигаемся. Михаил Зуйков, Сергей Власов, ТВР-24.